Всем снова привет, с вами снова Басон, и мы продолжим прохождение игры Final Exam. Мы будем проходить сегодня вторую миссию. Начнем. Я думаю. Как видите, поиск потерял крушение. Наши друзья пытаются выбраться из метро. Так, наша задача сейчас достать ящики с динамитом, две штучки. Вот он ящик. Опять будут нам всякая шваль мешать. Ну, быстренько с ним расквитаемся. Опять собачки всякие. Так, берем ящик и тащим его дальше. Жалко, что бегать с ящиком нельзя, можно только идти. Поэтому приходится тратить время на то есть таскание всяких вещей. Принеси, подай. Идем за вторым ящиком. И опять какие-то чемоданчики нам пытаются прийти, мешать. Второй ящик с нитро. И на скорости нитро прям его нужное нам место. Ставим ящики. Расходит взрыв. Мы расчищаем завал. И продолжаем движение дальше. Новый вот босс. Точнее, не босс, а монстр. Это такая собачка, которая будет плеваться нас всякими кислотными шарами и всякой фигней. Она будет прикрепиться к потолку, поэтому нужно использовать огнестрельное оружие, чтобы скинуть. Потому что здесь потолки высокие, на которые мы не можем просто достать. И поэтому приходится нам скидывать его с помощью стрелкового оружия. Конечно, регбист у нас, я смотрю, качок целый состав двигает. У нас тут всякие собачки мешаются нам опять. Мы их сейчас разделаем на филейную и грудинки. Продолжим наше движение. Опять волна очередная. Начинаем дальше распаковку этих на филейную часть. Поиграем в воздухе с ними. Видите, можно в воздухе ловить даже прыгающих существ. Единственное, что приходится активно кликать мышку, чтобы бить. Вот так вот. Можно даже подкинуть. Идет активная разделка тушек. Эти шарики, этих можно клониться, потому что летят прямой. Видите? Лучше с ними справляться сразу. Можно даже стрелять в прыжке, в воздухе находясь. В общем, нужно не позволять этим собачкам просто спускаться, наоборот, подниматься наверх. Нам нужно просто их спускать вниз и добивать на земле. Патроны лишние лучше, конечно, не тратить. Это пустая трата времени будет. Тут опять вылазит всякая фигня. Вот они кидают шарики.
Лучше в кислотные эти облака не вставать. Я смотрю, у нас тут есть выживший, кроме нас. Какой-то инженер, который там что-то чинит. Мы наставляем сюда состав. Миссия выполнена. Нам нужно будет, так вам поговорить с инженером. Он тут что-то чинит. Потом видел монстра, испугался. Хватил свой инструмент и свалил. Теперь нам нужно следовать за ним. Вот мы видим, что он ползет там где-то. Нам будут, как всегда, препятствовать различные монстры. Вон инженер ползет. Гранаты я припасу, потому что они там пригодятся. Видите? Дальше. Бежим за ним. Можем подождать, конечно, гостей. Можем и забить на них. Можем оббегать их, не ступая с ними в бой. Инженер уже там так быстро перемещается. Лучше, конечно, аптечки брать, потому что они тут пригодиться могут. Даже очень сильно пригодиться. Так, бежим, бежим. Инженер опять тащит и свой ящик. Кажется, здесь запутанные туннели. Потом... Инженер вот как раз вылазит рядом с нами. Он открывает дверь, а там... Какая-то тьма, непонятно чего. И нам нужно от нее убегать. И как раз таки инженер нам тут пригодится. Он будет открывать нам замки. А мы в это время будем защищать его от толпы монстров. Помните, что тьма наступает. Поэтому лучше тьмы, конечно, тоже не касаться. Видите, тьма носит тоже урон нам. Вот гранаты пригодились. Продолжаем шинковать врагов, которые валятся за нами. Конечно, эти первые простые монстры, бегущие на нас кулаком, это раздражает, особенно со спины. Нужно бежать дальше, пока тьма нас не поглотила. Мы бежим дальше с инженером, сопровождаем его. Нужно его охранять. То есть мы возвращаемся обратно. Зачем вот так он убегал? Нам нужно было там разделаться со всей этой пачкой.
пошлепали по попке собачку. Наказали ее, поставили в угол. Продолжим дальше ползти по лестницам. Где наш там инженер заблудился? Что-то у нас застревает. Какой-то у нас резиновый. Отожрался, что ж. Штаны спадают. Очередная волна опять. И начинается опять веселуха по разделке монстров. Главное быстрее разделаться вот с этими, которые могут на стенке лепиться. В тот момент, когда просто не знаешь, куда бежать, кого бить из двух. Можно взять инженера, таскать его. Нам нужно его закинуть сюда, вот, чтобы он там чинил. В этот момент появляется босс. Его можно тоже прибить. Пока есть возможность, и плюс отбиваться от толпы. Он будет гореть. Плюс он начинает там вступать в бешенство, ударяет, и наш инженер снова падает. Нам нужно схватить инженера и снова закинуть его туда, на постамент. Скай чинит пока. Мы должны будем дальше раскидывать всех врагов. Лучше, конечно, почаще закидывать инженера. Можно в режиме бешенства и быстренько раздевать босса. Конечно, лучше вот этим заняться. Чем быстрее мы разделаемся с боссом, тем легче станет. Как видите, инженер спокойно чинит. Мы только сейчас будем отбиваться от мелкой швали всякой. Главная проблема — босс, который скидывает инженера сверху своими ударами, нас уже не беспокоит. Инженер спокойно чинит дальше. Все, инженер починил, и пошли дальше с инженером. Продолжаем разделывать тушки псинок. И идем за инженером. Продолжаем защищать тушку инженера от других тушек. Че, он собирается идти или стоять там будет?
ученый какой-то отстающий инженер. Очередные какие-то монстры здесь у нас. Друзья, товарищи. Ну, мы быстренько продолжаем нашинковывать. Гранаты нам пригодятся, патроны тоже. Все, инженер продолжает чинить тут. И снова, я так понимаю, нужно его защищать. Ну, так как здесь пространство побольше, здесь можно нормально разойтись. Главное собирать врагов в пачки и эти пачки сразу же раскидывать. Собачки, конечно, напрыгивая на вас, выводят вас из строя, но это поправимо. Кстати, между прочим, совет. Если вы двигаетесь с помощью шифта, то это очень полезно будет вам в плане того, что если вдруг вылазит перед вами враг, вы просто его подкашиваете, и он подлетает, и вы начинаете просто мутузить, он не сможет вам нанести урон и атаковать вас. То есть бегайте почаще с шифтом. Я сейчас просто в одну харю разделка. Синки пошлепали по жопе. Видите, как эффективно подкосить. А потом просто разделывайте их в воздухе. Лучше, конечно, сделать пачками, если есть такая возможность захватить врагов в одно место. Так, мы добиваем, инженер чинит. И дальше тащим состав. Здесь какие-то пузыри, слизь, непонятно что. Вообще непонятно, что здесь происходит. Инженер запрыгивает. Иначе пузыри добивать. Иначе из них будут появляться монстры. Чем быстрее убьем, тем меньше монстров появится. Давайте немножко подлечимся, на всякий случай. Как бы их родная стихия, что ли, если они появляются, эти монстры, какие-то мутанты. Тут где-то внизу еще один. Надо с него сходить в гости. Пузырик это сломай. Продолжим сопровождение вагонетки или состава, фиг знает что это. Опять нам пришел. Видите, появляются монстры этих шариков. Так что лучше их все убивать сразу. Вот этих засранцев сшибать. Так, продолжим дальше движение. Напоминает какой-то улей какой-то, что ли, такого рода. Чужих. Кажется, смешные в шарике. Сделаны эти скелетики там изображенные.
понятно, на кого похожи, где-то на смешных даже скелетиков, сказал бы. Продолжим дальше движение. В общем, приходится отбиваться от врагов и тащить этот чертов состав. Вот мы подъехали к воротам. Нужно опять что-то где-то открыть, куда-то сбегать. Бежим. Ломаем пульт управления. Спускаемся вниз. Инженер спрыгивает. Рад этому. И что-то происходит сейчас. Разряд тока. Инженер у нас погибает. Интересно. Когда начинает искриться, надо запрыгивать на состав, чтобы вас не ударило током и нанесло существенный урон. Но спрыгиваем и дальше опять тащим. Помните, что ток наносит урон не только вам, но и вашим врагам. То есть можно, пока там стоишь, и смотрите, как раз, и нет ваших врагов. Остается только вам избавляться от этих шаров. Конечно, лучше от состава далеко не убегать. Может, все-таки перестраховаться. Здесь, чем раньше, только-только не было на таких путях. Как только опять зажигаются, опять запрыгиваем на состав. Хотя странно, что он тоже электрический, металл проводящий, и все. Состав вниз покатился и сделаем дорожку. Продолжаем движение дальше. Будем двигаться быстро. Займемся разделкой тушек. На завтрак, обед и ужин. Так, движемся налево. Опять волна очередная. Кажется, когда убиваете монстра, будет пуля взамен другой. Видите, даже собачки будут прилетать мимо. Зайдем и разберемся, как Путин. Будем мочить в туалете. Идем, это разделка колоссального количества монстров.
лечимся. Так, у нас миссия выполнена. Ну вот и все, в принципе. В этом заключается вторая миссия. Как видите, я еще не нашел один энергетик и один ствол. И тоже чуть не добрал до 90 тысяч. Всем спасибо за внимание. Ждите следующего видео. Ставим лайки, подписываемся. Всем спасибо за внимание.